Дорогие друзья, к 8 марта мы подарили нашим женщинам прекрасным гайд. Это путеводитель по весенним процедурам подготовки организма к лету. Готовь сани летом, а летнюю одежду готовь зимой, потому что так создан наш организм, что и вообще мир создан так, что невозможно вот такие сезонные вещи сделать одномоментно. Вот к лету нужно готовиться именно весной. И этому посвящен наш гайд. Мы начинаем полный обзор гайда, видеообзор, с первого метода – это восстановительные капельницы. Дорогие друзья, витаминные капельницы являются очень важной процедурой. Но в нашей клинике есть не только витамины, вот, например, такие как цитофлавин или гиптрал. Вот цитофлавин, он при разведении прям вот витамин-витамин. Он содержит янтарную кислоту, которая еще улучшает иммунитет, и витамины группы В. Но есть еще и лечебные вещества. Вот, например, когда человек худеет, ему обязательно нужно сделать гиптрал, потому что это гепатопротектор. По сути, это эллизин, который восстанавливает гепатоциты, но даже он обладает даже таким эффектом улучшения настроения. Вот. Это очень полезный для печени препарат. А у нас многие пациенты страдают от того, что у них жировой гепатоз, то есть печень стала депо жира, и практически очень трудно от него избавиться. Поэтому нам помогают вот эти вот капельницы с гиптралом. Вот мы сейчас поставили капельницу, пациент лежит. Мы ему можем поставить наушники с медитацией, и работа с организмом идет. Какие у нас еще есть средства в нашей такой аптечке? Вот пирацетам. Это натропил, практически это натроп. Наши клетки мозга, они питаются через глию. И к некоторым зонам даже не подходят капилляры. Поэтому здесь идет такой процесс диффузии, то есть переноса с помощью транспортера питательных веществ. И вот как раз наотропил или пирацетам является таким препаратом. Дальше. У нас очень важный такой еще есть препарат, как панавир. Панавир – это уникальный препарат, который содержит в себе гликозиды картофеля, определенных побегов сорта, определенного сорта картофеля. Это побеги, которые в этих побегах максимальная концентрация гликозида. И фактически это крупная молекула, которая путешествует по кровотоку, в себя всасывает все вирусы, обломки бактерий, все токсины. И практически это мощное противовирусное средство и иммуномодулирующее. То есть очищает кровь от патогенов. Вообще оно рекомендовано даже для лечения COVID-19, других инфекций, герпеса. Дает прекрасные результаты уже с первой капельницы. Также у нас есть октавигин. Вот октавигин – это капельница, которая, можно сказать, кормит ваш мозг. Есть два препарата из этой серии нейропептидов. То есть, смотрите, мы уже часто упоминали это слово. Есть нейропептиды, которые… Вообще есть пептиды, которые уменьшают аппетит, да, повышают глюкозу крови, то есть делают сытую кровь. Есть пептиды омолаживающие, вот такие, как Лейнек. Есть пептиды омолаживающие, такие, как Лейнек. А есть пептиды, которые питают и кормят мозг. Это октавигин. То есть октавигин – это уникальный препарат, содержащий очень высокую дозу очищенных нейропептидов из мозга, крови телят. То есть практически это вот готовая еда для вашего мозга. Он улучшает перенос и насыщение крови кислородом и мозга кислородом. А вы знаете, что кислород он для нейронов просто необходим. Поэтому вот данный нейропептид
лечит и постковид. Также его это препарат выбора при инсультах, инфарктах мозга, при вообще любом нарушении мозгового кровообращения, при гипоксии мозга. Поэтому необходимо вообще многим вот 50+ прокапывать себя даже весну, осень, вообще ежегодно. И тогда ваш мозг будет прекрасно функционировать и, так сказать, может быть, радовать вас до 100 лет. Вот, поэтому так, значит, дальше. У нас следующие в нашей аптечке препараты антиоксиданты. Это этоксидол. Прекрасный антиоксидант, который связывает свободные радикалы, которые травмируют, можно сказать, клетку, травмируют ДНК, заставляют клетку безудержно расти. В общем, это профилактика даже онкологии, канцерогенеза. Поэтому узнайте об этих методах и используйте их для поддержания и улучшения своего здоровья. Дальше. Сердечные, кардиотропное действие таких сердечных препаратов, известных как миксидол и мелдронат. То есть это уже питание для сердечной мышцы. Тоже у многих есть диффузные изменения сердечной мышцы, которые могут, в принципе, привести даже к сосудистым катастрофам сердечной мышцы. Поэтому мышцу нужно поддерживать. Это миксидол и мелдронат. Тоже у нас есть вот такие капельницы. Так, также антиоксидантная капельница с глутатионом мы рекомендуем. И то есть глутатион сейчас очень популярен, потому что он еще улучшает иммунитет. Также у нас есть квинтон, это тоже питание мозга. Л-карнитин, питание сердца. Панангин – это вообще средство, которое улучшает сердечное кровообращение. Это, в общем, можно сказать, донатор калия, улучшает работу сердечной мышцы. Вот. Также у нас есть берлитион. Ну, то есть это вещество, которое улучшает работу поджелудочной железы. Вот это маленькая часть наших восстановительных капельниц из специального раздела нашего гайда весенних процедур по подготовке организму к лету и преодолению всех последствий зимы. Данная рекомендация не является абсолютной и назначается только после консультации с терапевтом. Эти все препараты имеют противопоказания и должны назначаться в индивидуальном порядке после изучения вашего анамнеза и состояния здоровья. Друзья, мы ждем вас в клинике Оригитея.